Всем привет, уважаемые подписчики моего канала. Сегодня я начинаю проходить игру под названием GTA San Andreas. Так, поехали в новую игру. Международный аэропорт. После 5 лет, проведенных на восточном побережье, настала пора вернуться домой. Карл, это красавчик. В чем дело, красавчик? Чего надо? Мама, она умерла, брат. Пассажир, покажите нам свои руки. Стой, на колени. Теперь ложись на живот. Вот так. Пусть полежит у меня, Эрнандес. Так, это мои бумажки, это деньги. Это грязные деньги. Мои деньги, мужик. Слушай, не беспокойся, протокол потом оформим. Добро пожаловать домой, Карл. Рад возвращению. Ты же не забыл нас, малыш? Черт, конечно нет, офицер Темпани. Я как раз удивлялся, где же вы задержались. Садись в машину. Успокойся, ты парень. Голову береги. О, мой косяк. Сваляй отсюда, паршивый ублюдок. Мексиканский придурок. Слушай, прости. Моя сумка, и мужик, моя сумка. Как дела, Карл? Как твоя замечательная семья? Я приехал, чтобы похоронить мать. Ты знаешь об этом? Да, думаю, что да. Где ты еще засветился, Карл? Нигде, я теперь живу в Либерти-Сити. Я чист, все по закону. Нет, Карл, чистеньким ты никогда не был. Так что у нас тут? Это оружие офицер Пуласки, который был застрелен. Полицейский офицер менее 10 минут назад. Офицер Пендлберри. Хороший человек, стоит заметить. А ты быстро работаешь, Черномаза? Вы знаете, что я только что с самолета. Это хорошо, что нам удалось тебя найти и взять орудию Пи. Это не моя пушка. Ты мне не гони, Карл. Ага, не гони пургу, Карл. Какого хрена вам от меня надо на этот раз? Когда ты будешь нужен, мы тебя найдем. А пока постарайся больше не палить по офицерам полиции. Блять, как же они быстро разгорают. Вы не можете меня здесь бросить? Это территория Балласов? Ты вроде говорил, что не виновен, Карл, что не... Это потом... Ну, увидимся, Карл, мой сладенький пончик. Офицер Пендл бы ранен, мы сейчас приедем. Боже, как же они быстро разгорают. Черт побери, я снова тут. Худшее место в мире. Самый центр района, Баллас. Уже 5 лет я не спал от имени Групп Стрит. Но ублюдкам из Баллас насрать. Как же они быстро разговаривают, боже. Так, поехали. Домой. Первое время придет сейчас помучиться, на велике покататься. Грув Стрит, дом. По крайней мере, так было, пока я не облажался по полной программе. Паровоз. Эй, хорош, что вы тут устроили, Карл? Брайан, остановитесь. Перестань, мамуля услышит. Мамуля, они что-то затевают. Фух. Ты ограбил этот дом, придурок.
Провоз, это я, Карл, спокойно, спокойно. Сиджей, братан, как жизнь? Эй, чувак, как сам, в порядке? Нет, парень, это моя мать, брат. Слушай, я не знаю, почему так случилось, но я обещаю тебе, я выясню, кто пришил твою мать. На улице теперь сурово, братан. Как сказано в книге, мы все благословенны и прокляты. Какая еще нахрен книга? Она заставляет нас смеяться и слезы лить. Но сейчас надо заняться своими делами. Отправляйся на встречу с братом на кладбище. Давай, поехали. Хочешь за руль? Да, это круто. Клевая тачка, провоз. Ты знаешь меня, это не полянка, так что ты ее побереги. Красавчик и Кендалл. Я скачал по тебе все эти 5 лет, а они будут рад тебя видеть. Эй, вы чем тут занимаетесь? Смотрите, кто тут рядом ошивался. Привет, Карл, рад тебя видеть. Поверить не могу, что ее больше нет. Ты эти похороны пропустил, дурила, как и похороны Брайна. Слушай, она была и моей мамой. Только на последние 5 лет, братан. И куда ты, мать твоя? Да что, да пошел ты, я иду к Цезарю. Да хрен там. Ты не можешь с этим встретить, ты же знаешь, что он из другой банды. Слушай, я люблю его, а ты что за хрен? По крайней мере, сука. Карл, ни хрена мне не скажет, мать его. Но если он будет... А как ты можешь так, как будто он от тебя... Пошел ты, красавчик. Вот черт, опять понеслась. Все дела в жопу, ну просто все. О чем ты? Что, кроме смерти твоей матери? Дела идут дерьмо. Вот давай я покажу тебе билет, ты наш. Здесь похоронен Тони. Маленький дьявол вон там, а большой дьявол вон тут. Вот тут. Чувак, это же просто хрень. Сначала палят по пацану, и только потом разговаривать начинают. Так, сейчас за нами должны гнаться балосы. Вон они как раз. Блять. Да пошли вы. Может их просто прикончить? Наёбка. Так, поехали быстрее. Бля, да пошли вы в жопу. Двигай, Сиджи, двигай. Дерьмо, тачка балса с нами, разделяемся. Не отставай, ублюдок. Следуй за рейдером. Ты всего лишь обуза, Сиджи. Так, вроде дорога, я помню. Слишком далеко, оставайся с рейдером. Да пошел он, сука. Вот, я не помню, здесь вроде... Да, вот здесь, сюда. Да догонит сейчас райдер этот. Да ведь? Миссия ведь не провалится. Навык езды на велосипеде повышен. Сразу до дома доеду, чё. Блять, а машина-то за мной, оказывается. Да пошли вы. Она ж за свитом была. Какого хрена она за мной? Сука, быстрее, Карл. Да, так я сейчас умру, получается. Да. Сука, ёбаная. Блять, почему она ж за этим чмошником ехала? Это все мы смотрели. Все за мной.
Давайте, поехали быстрей. Блять, что за невезение, боже. Не, я их убью сейчас. Где они? А, они по скрипту же спавнятся. Только тогда, когда я вперед уеду. Или их не убивать. Не знаю, сейчас посмотрим. По идее, если их убить, они что, потеряли меня или что? А, вот они заспавнились уже, иди сюда, сука. Петушары. А, или эта машина закрыта будет, я не знаю, короче. Бля, где этот дебил, красавчик? Этот красавчик, найс, перевод. Свит. Чему ты так долго едешь? Ну серьезно, как до этого докатилось, то что свит тормоз такой. А где райдер? Лол. Вон райдер вроде. Вот тачка Баласов едет за рай... за, ой, за свитом получается, да? Тогда какого хрена она начала ехать за мной? Почему ты так медленно, райдер? Ублюдок ты маленький. А, вот тачка Балсов за нами едет. Ну прикольно, чё. Я поехал, короче. Пока меня не убили опять. Второй раз. Потому что как и только начинаешь подъезжать к дому, они пропадают по скрипту. Поэтому надо быстрее доехать до дома. Вот, показываю. Да, видите, она сворачивает. Все, можно ждать этих придурков тормозных. Ну чё там, долго вы будете ехать-то? Блядь. Ура! Я уже с ними разобрался, показал черножопым. Так когда ты уезжаешь, Карл? Ну, не знаю. Подумал, может, мне лучше остаться. Дела хреновые. Нам твоя помощь и в гробу не нужна. О, братан, я не подведу, клянусь. Слушай, мы тут с братанами собираемся казать немного травки погудеть. У меня куча дел, мне нужно отдохнуть, увидимся позже. Йоу, просто заходи, мы тут тусуемся. Да, и присмотри себе цвета, дуралей. И прическу. С тобой позорно показываться на людях. Ты можешь сохранить игру, войдя в дом CG. Это ясно. Миссия пройдена. Поехали, сохранимся и... И думаю, начнем следующую миссию. Так, как видите, я тут уже проходил до этого GTA-шку. Иди и поговори с райдером. Он живет дальше на этой улице. Кто там еще? Эй, я думал, что он... Йоу, красавчик, что там такое? Тут охренеть, как все поменялось с тех пор, как ты уехал.
Семьи улицы Гру больше не рулят по-крупному. Семьи из бульвара Севели и семьи Топл Драйв забыковали и отказались иметь дело с Гру Стрит. Мы сейчас так заняты разборками. Баллас и Вагас победили, так что будь осторожен. Да, я слышу. Спасибо за предупреждение. Да не стоит благодарности. Ну чего тебе, парень? Ну еще, братан, а что с тобой? Ага, братан, точно, точно, рад видеть тебя снова. Что, братишка, нет любви и даже не обнимешь? Да не вопрос, не вопрос, братан, мой косяк, а с тобой что? Эй, пацан, ты нахрена ствол нацепил? Слушай, какие-то чуваки из пиццерии все время закрыты. Они же офигенно смотрятся, надо проучить хозяин. Он бычит на Гроу Стрит, ты в деле? Я всегда в деле. О, да, пошли, мать твою. Let's go, bitch. Ну покажи, как кататься на восточном побережье. Сейчас нам нужно пиццерию. Тут моя семья, мои братишки. Да мы всегда здесь были, дурила. Да, но сейчас я вернулся и знаю, что я пропустил. Что пропустил. Так, сейчас нам нужно выбрать причесон. Думаю, самый дешевый возьмем. Это усы вроде. Цезарь, борода, вот это вроде. Да, вот это пойдет. Пофигу. Пробел купить, все. Погнали. Все, выходим отсюда. Черт, говорил же он, что он псих. Чувак, что-то у тебя все наперекосяк. Чувак, что это? Какая-то жалкая херня. Никакого уважения к Райану. Все такие себя чистенькие и все такое. Ты совсем отощал, Сиджей. Ну, закажи нам что-нибудь поесть. Я закончу с этим, потом займусь кое-какими делами. Войди в пиццерию, купи еды. Окей. Статистику на тап, это да, я знаю. Погнали, покушаем. Так, давайте там самое дорогое, что у вас есть. За $10 вроде. Ну, а пиццу. Все, хватит. Гони бабки, это ограбление. Райдер, только не это. Это не я, придурок. Так, таких крабозов больше не сыскать. Мне прям жаль твою папочку. Черт, ты спять? Валим отсюда. Все, тот же старина сидит, сопливый маменькин сынок. Вот дерьмо, бежим. Так, сейчас нам можно достать из него этот дробовик. И мы его сейчас задавим. Сейчас его надо задавить бы. Да сдохни ты. Вот и все. Сейчас возьмем дробовик. Все, погнали. На райончик к нам. Думаю, следующую миссию последнюю выполним и закончим на этом. Лучше найди время и повидай с красавчиком. Он еще гнал что-то насчет граффити. Увидимся, брательник. Так, пойдем. Думаю, сохраниться не будем, ладно. Граффити групп. Давай, жирдяй, жирдяй, жирдяй. Ты посмотри на себя, посмотри. Ага, да, сторонника. Кто пришел? Наш бегун. Че, типа, решил вернуться? Я же тебе говорил, братишка. Тут твое слово ни хрена не стоит. Слышь, не наседай, а. Надо двигать на район. Йоу, Си Джей, дай им знать, что ты снова в деле. Братья Джонсон снова в строю. Возьми краску и пойди сделай. Ты сначала начни свою тему. Попозже мы разделимся и отобьем район.
Ты уже размялся, жидя, теперь поиграем. Посмотрим. Погоди, думал с братом потусишь, а? Слышь, полегче, мелко, мне тяжко пришлось. Хочешь за руль? А, точняк. Так, сейчас нам закрашивать граффити надо будет. Где-то 4 штуки примерно, или 5, я уж не помню. Сейчас он покажет. Ты на шокера, а я перекрашу. На районе осталось еще 2 граффити баллов. Иди делай дело, я не буду глушить мотор. Так, перекрашивать вот так вот. Я помню то, что тут можно перекрасить, знаете как? Вот где-то здесь. Ладно, не буду выпендриваться. Вот он. Можно через ту стену перекрасить граффити. Так, от... Так, сейчас едем в другой район. Давай-ка прокатимся по району Баллас. Езжай в восточный Лос-Сантос. Это сейчас нам туда. В принципе, тут недалеко. Так, вот раз граффити, еще одну. А, даже 3 их вроде, да. Как закончить здесь, двигай на другой район. Так, тихо, меня не давить. Так, и вот отсюда можно вот так вот обойти, там 2 балла состоит. Сейчас они должны меня заметить. Надеюсь, я быстро перекрашу и уйду. Так, все, бежим. Все, лохи, балласы. Пошли нахер. Так есть. Также можно здесь залезть. Но это только для скилловых. Так как я не скиллованный, я не смогу это сделать. Так, баллас, пошел в жопу. Не, он лох, он не перелезет. Все, поехали. Это был последний. Карл, быстрее садись. Вернись, машина красавчика. Сейчас валим на район. К нам. Давай-ка обратно на район, Си-Джей. Вернись к дому красавчика. Свита. Ну хоть ладно, не сладкий свит. Все равно, что на велике, скажи, пацан. А, припоминаю. Как у тебя дела с бабками? Да у меня бабла сейчас не густро. В труп все бабло отобрали, только мелочи чутка осталось. Ты возьми себе пивачка или еще чего. Я догоню. 200 баксов нам дал свит. Сохранимся. Так. Опять не работает мышка. Ну что ж, на этом все, я думаю, закончим. Всем спасибо, кто смотрел. Всем пока. Ничего.